Ассаламу алейкум, друзья, с вами Хилал Бахтияров, и это первый выпуск на канале Азер ММА. Сегодня у нас в гостях действующий боец Fight Nice, входящий в топ-10 своего дивизиона Нариман Аббасов. Узнаем, как он проводит свой день. Для начала хотел сказать, что для меня и для нашей команды это большая честь провести время с вами, снять видео о Наримане. Я хотел бы задать вам пару вопросов. Как Нариман пришел в ММА и с вами познакомился? Первый вопрос. И второй вопрос. Как вы бы охарактеризовали его как человека и отдельно как бойца? Я тоже с пребывающим зрителям приветствую всех, и вам тоже удачи. Спасибо вам тоже, чтобы вы снимаете Наримана Аббасова, начинающего, так скажем, спортсмен. В смысле, уже он о себе заявляет, уже его любят, смотрят за ним. И вы тоже замечали это Наримана Аббасова, это уже хорошо. Спасибо вам, вашу бригаду. А, про Наримана, да, он такой, на самом деле, хороший парень с пива, хороший человек, хороший друг. А, как он пришел, у нас один нафиг Мэлен есть, он один день, он мне говорит, что у нас один хороший парень есть, он молодой. Он хочет к вам в зал, он забрал и пришел к нам. Ну, он где-то ему был 16 или 15, я не помню, но он молодой был. До этого уже хорошие ребята были. Нариман тренировался у нас в втором группе, у нас есть первая группа, это, которая выступает ребят уже на мировом арене, а Нариман начался в втором группе. Только-только он начался, где-то через год уже мы же начали его замечать по любителям тренировок, что он у него характер, он себя показывает, он хочет что-то доказать, что-то показать. И эти шансы мы дали ему. А сейчас Нариман вот тихо-тихо себе на самом деле показывает на мировом уровне. Ну, нас тоже это обрадует. Дальнейшее сейчас у Наримана один шанс был на чемпионский там бой, на Fight Nice. А упустили, некоторые моменты были неправильные, может быть, подготовка. Неправильная подготовка на бой, там технические там ошибки были. Над этим мы поработали. Даже а сейчас вот Наримана ждет еще повторный чемпионский бой. Да. Через бой Нариман они кого-то дадут. Я думаю, что Нариман выиграет этот пояс. Нариман настроен. И Нариман вот так карьера начался. Он человек, простой человек. Вот, я ему всегда говорю, что у него все впереди, на самом деле. Что остается Нариману? Просто трудиться, пахать и в дальнейшем себе показывать. Да, и свои болельщики не имеют значения. В Азербайджане, в России видят, его любят. И так надо держать. Еще надо больше тренироваться, чтобы себе показать, себе доказать. На самом деле, что такой парень есть. И даже
Камиль Гаджиев. Мне по шуткам, ну, где-то шутка, доля шутки, он говорит, что сестра остановилась. Он говорит, что маленький Фёдор, на самом деле, он непредсказуемый. От него все можно ожидать. Я вам скажу, даже Нейримана последний бой, за чемпионский бой, в жизни впервые Нейриман подошел мне, вот первым раундом. Он говорит мне, тренер, у меня руки забились. Я вам буду откровенно сказать, я нигде этого ни слова не сказал. Нейриман там больше мочегонов выпил, он не согласовался со мной. Это большая ошибка была, он не с тем, но Нейриман же молодой. Какие-то друзья ему посоветовали, что Нейриман надо это выпить. Там Нейриман нормально, он 10 килограмм гоняет. А он же, вот это, у него 2 килограмма осталось. Мы должны были утром это все решить, этот вопрос. Он мне звонит. Мои комнаты, я говорю, я все сделал, вас не беспокоит, я говорю, Нейриман, что ты из меня там потренировался, в смысле, без меня. Он говорит, я не хотел вас разбудить, я сам сделал. А он выпал свое, вот это, запрещенное, вот скажем вот так. Он, а он первый же раунд, он подошел ко мне, и он говорит, что я просто я забылся, давайте откажем от этого боя. Первый раунд, представьте. Я что хочу этим сказать, что этот человек, он, я вам скажу, 30%, даже 20% уже не было, что Нейриман. Все об этом бой говорят, что это нормально не было, на самом деле его не было. А он 5 раунд там держался, даже он попал ему, по-моему, 4-м раунду Саги ему попал. Даже он себе характер до конца, он 4 раунда тоже поддержал, он 5 раундов. Это мне показывает характер. До этого я Нейримана еще больше вот, результатов ждем. Шахрар Малин, еще бы могли бы дать совет молодым ребятам, которые хотят или планируют заниматься ММА профессионально? Да, это тоже хороший вопрос. Но я вам скажу, ну конечно, ММА сейчас очень сильно развивается. Можно сказать, что в 21 веке самый вот, популярный вид спорта. Если она на самом деле, она не олимпийский вид спорта. Она сам по себе, на самом деле, в Америке, в России, в Европе. Это, у нас тоже бокс очень сильно развивается. И я всем вот этим спортом заниматься, конечно, надо. И не только заниматься, это смешанное единоборство. Когда люди раньше, даже 5-6 лет тому назад, люди думали, что там бои без прав, ну, это даже название такое, бои без прав. Ну, люди вот неправильно об этом виде спорта, там, жесткий вид спорта. Да, сам по себе она жесткий вид спорта. Но здесь очень много правил есть. Даже когда профессиональные, потом люди ошибаются там, где профессиональные и любительские там, моменты, там, они разные. Люди вот не могут пока разделить. Я думаю, что ну, это тоже тихо-тихо вот люди. Об этом будет где-то любительские бои, а есть профессиональные бои. Но, конечно, я ребятам вот всем, молодежам, пусть они занимаются спортом, не имеет значения, что смешанные единоборства там и ума. Ну, любым видом спорта. Потому что сейчас в мире такой самый главный, как говорится, что саглам бедан и саглам рухолар. Люди будут спортом заниматься, они будут сперва саламуларом так каменными, да, а потом же, конечно же, там не надо настраивать на улице и так далее. Если будут заниматься этим видом спорта нормально, они будут себя вести там и во дворе, и там и с друзьями там, и так далее, и так далее. Всем я желаю удачи, молодежи тоже, да, конечно, они же занимаются видом спорта, не имеет отношения ММА или другие виды. Там дзюдо, олимпийские виды есть, там борьба, бокс там, и так далее. Самое главное, они занимаются спортом, молодежь. И всем удачи. И всех, если к нам тоже попадут, это файт-клуб, будем поддерживать, будем их там костеляна и так далее. И вам тоже спасибо, что вот, вы хорошим делом занимаетесь. И вам тоже удачи. Спасибо вам огромное от души. Что у вас было все хорошо и снимали наших ребят. Все, спасибо. Спасибо большое. Ага, вам. Все, удачи. С Нейриманом мы дружим с детства. Еще до того, как он начал свою профессиональную карьеру,
смешанных из наборства. Вместе занимались борьбой с детства. Отличался от всех своим характером, своей верой к победе. Еще с детства он был перспективным спортсменом. Желаю ему удачи, желаю ему успехов, желаю добиться ему тех высот, которые он сам получит. Удачи ему в своей спортивной карьере. Нормально дойшлерде чок олмушам, ярышларда олмушам. Она танылмыш идманчылардан бирде Нормандо, Эмомайзе. Мишкио-де демола Азербайджанда бир номерди. Нерман иншаллах кемер Азербайджан гетирди. Нерман чок гөзел идманчыды. Çox gözəl döyüşçüdür. Mən ona baxanda ümumiyyətcə idmana həvəsim daha da artırır. Mən də idmançı olmaq istəyirəm. Təəssüf ki, idmanla heç bir əlaqəm yoxdur. Mən Nərmana uğurlar arzu edirəm. Nailiyyətləri bol olsun. Biz də onun döyüşlərinə baxaq, qalibiyyətinə baxaq. Biz də sevinək, alqışlayaq, öpürük, bağrımıza baxaq. Nərmana sosial mənim məşq yoldaşımdır. Uşaqdan bir yerdə məşq edəmək olar ki, Nərman Aspasov çox güclü idmançıdır, xarakterli idmançıdır. İnşallah Nərmana gələcək görüşlərində uğurlar arzularam. İnşallah Fatinatin kəmərini gətirəcək Azərbaycana. Nərman Aspasov mənim həm dostum, həm qardaşım, həm də mənim məşq yoldaşımdır. Nərman Aspasov çox potensiallı idmançıdır. Demək olar, biz Nərman Aspasovdu mənəm bir yerdə başlamışıq məşqə, eyni vaxtda başlamışıq demək olar. Çox güclü idmançıdır. O vaxtdan əziyyət çəkən idmançıdır. Yəni ki, hər əziyyəti çəkir, bir məşqdə buraxmazdır, xarakter idmançıdır. Yəni, həmişə çalışır ki, önlərdə olsun, həmişə üstə olsun. Onun üçün də məşqlərini edirdi. İndi də bütün məqsədinə nail oldu. Yəni, o hər döyüşə çıxanda mən rahat olurum. Yəni, bilirəm ki, Nərman Abbasov çıxdısa, yəni, orada Nərman Abbasov ucuza bilməz. Bizim üstümüzdə əməl olan müəllimimiz Şəhrər Abbasov təşəkkürlərimi bildirəm ki, bizim üstümüzdə çox əziyyət çəkir. Buraya gəlməyimizdə, əziyyət çəkməyimizdə, qabağa getməyimizdə Şəhrər Abbasovun çox əziyyət olub. Bütün Azərbaycan bayraq altında vuruşan nə qədər idmançılarımız varsa, yəni hər idmanda nə qədər idmançılarımız varsa, onların hamısına mən uğurlar arzulayıram. İnşallah daim Azərbaycan bayrağı zirvələrdə olar. Нариман, после такой отдачи на тренировке у бойцов должен быть зверский аппетит, но при этом нельзя набирать лишние килограммы. Следишь ли ты за питанием и какое оно у тебя? В целом, если нет соревнований, то не слежу за весом. Обычно перед соревнованием, всегда задолго до боя, в
Все вовремя. Диета. Есть правила с гонки. У каждого он разный. Сколько ты скидываешь килограмм перед взвешиванием? 10-11 килограмм. Как тебе это дается и были ли тяжелые случаи, достаточно вспомнить Хабиба? Слава Аллаху, пока никаких проблем не возникало. Всегда делаю вес. Хорошо, ты сделал вес, впереди бой, как ты на него настраиваешься? Только победа. Только желание выиграть. Тренировки идут отлично. Хорошо подготавливаемся. Очень важно восстанавливаться правильно. Только победа. Что ты чувствуешь перед выходом в клетку? Ничего особенного. Только выйти и драться. А после победы есть какие-то особые чувства или для тебя просто это все? Нет, конечно, у любого спортсмена бывают чувства. Их поймут только победившие. Так словами не объяснить. Я вот недавно смотрел твой бой с Александром Бутенко. Там был момент почти в течение одной минуты. Твоя рука была в болевом приеме от него. Как ты оттуда вышел и какие мысли пришли во время этого? На тот момент только о победе думал. Не обращал внимания на болевую. Только думал, как победить этот бой. Если даже рука сломается, только победа. В этом бою такой фрагмент был. В первом раунде у меня поломался палец. И так выступал я весь бой, провел с этим поломанным пальцем. И я об этом нигде не говорил. Первое интервью, в котором я про это рассказываю. Недавно Fight Night на своей странице выставила рейтинг бойцов. И ты в своем дивизионе на 6-м месте. Что ты можешь об этом сказать? Если честно, меня не устроило это. Я считаю, я должен занимать 2-ю, 3-ю строчку в рейтинге. Так как я дошел до финала, я дрался за чемпионский пояс. А там дали место казаху, который провел всего лишь один бой. И он будет драться за пояс. Я считаю, это несправедливо. Многие ребята в комментарии пишут, что наши бойцы не ездят на сборы в Америку, Таиланд и так далее. Что ты можешь об этом сказать? В своем зале я чувствую себя более комфортнее. Здесь товарищи по команде, а также тренеры свои. Поэтому я пока не думаю о сборах. Но, конечно же, сборы должны быть, но пока в планах их нет. Нариман, что бы ты мог посоветовать ребятам, которые хотят заняться ММА профессионально? Могу посоветовать лишь то, чтобы тренировались с профессионалами. То есть с теми, кто разбирается в этом. С профессионалами своего дела. На каких соревнованиях они еще могут участвовать, чтобы набрать опыт? Могут использовать борьбу, грэпплинг, рукопашные бои, боевое самбо. В общем, все виды боевых искусств можно использовать для того, чтобы набрать опыт. Нариман, 10 мая будет соревнование тут, в этом зале. АТТ Fight. Будешь ли ты в качестве почетного гостя? Да, конечно, я буду, иншаллах. Сделаем все, что в наших руках. Будут дебютные бои наших ребят. У нас появятся новые звезды, и мы их поддержим. Иншаллах, всех вас жду. Нариман, спасибо большое, что уделил нам время. Мы еще не раз снимем про тебя видео. Еще раз тебе спасибо. И тебе спасибо. До встречи. Итак, друзья, первый выпуск канала Азер ММА подошел к концу. Подписывайтесь на канал и ждите следующего выпуска.